очередной подход Бергера. По просьбе американского спортсмена на штанге установлен вес 147,5 килограммов. Это на 4 килограмма превышает официальный мировой рекорд. Вес взят. Новый мировой рекорд. Видите, наверху цифра прежнего рекорда, а внизу нового. Бергер добился выдающегося успеха. Теперь для подтверждения рекорда полагается немедленно проверить вес самого атлета. Он не должен превышать 60 килограммов. Итак, Исаак Бергер, чемпион мира, Евгений Минаев, чемпион Европы. Лет. What do you think about 435 pounds? Paul's strong arms his way to a new world's record, 436 and a half pounds. And brother, he really... Вперед этот вес. Он опередил Богдановского на 5 килограммов. Он берет 130 килограммов. Разрыв увеличился еще на 2,5 килограмма. Делает попытку установить новый мировой рекорд в рывке. Внимание! Вес взят. Новый мировой рекорд. 133,5 килограмма. Он установил новый рекорд также и в троеборье. 430 килограммов. И стал чемпионом мира. Звание чемпиона Европы завоевал Федор Богдановский. На третьем месте француз Марсель Патерни. И так определились победители в четырех весовых категориях. Впереди состязание атлетов среднего, полутяжелого и тяжелого веса.